9 августа 2019 года, 6 часов вечера, город Дивногорск, и мы на строительстве, благоустройстве вот этой вот подковы кольца. Вот, работы ведутся полным ходом, никто не отлынивает. Время 7 час, но как бы вот никто еще не собирается, руки не моет. Вот с правой стороны такая вот, я так понимаю, спуск пологий будет к воде, деревом обделан. Там качели, а тут вот притащили кучу камня, и похоже его укладывают поверх еще этого. Ну что ж, будет красиво. Что это такое, вот эти вот ванны? Возможно, это фонтаны будут. Да, фонтаны будут, это возможно. Вот тут вот еще хочу обратить внимание, стенд стоит на вагончике. И там все написано, кто подрядчик, и кто что делает, и когда будет сдано. Все телефоны тут есть. Если тут не видно на моем телефоне, то спуститесь вниз, сами посмотрите. Ну, еще вот это вот кольцо, которое было, его разобрали, и скамеечку примирения убрали. Ну, конечно, восстановят ее потом, но пока что вот ее нету. И вот я сейчас смотрю, здесь прокладывают подземные кабели, электрокабели.